Эфир национальной вещательной кампании САХА продолжают совместные агитационные мероприятия доверенных лиц и кандидатов в президенты России. Я напомню, что главные выборы страны состоятся уже 18 марта. Итак, представлю участников сегодняшнего прямого эфира Надежда Акимова, доверенное лицо Владимира Вольфовича Жириновского, кандидата на должность президента России от политической партии ЛДПР. Вячеслав Куличкин, доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина, кандидата на должность президента России от политической партии КПРФ. Алексей Егоров, доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, кандидата на должность президента России. И Михаил Заболотный, доверенное лицо Бориса Юрьевича Титова, кандидата на должность президента страны от политической партии «Партия Роста». Я приветствую участников сегодняшней программы. Итак, тема эфира «Культура, модернизация или прорыв в новую реальность. И в порядке регистрации кандидатов. Первый вопрос я задам Надежде Акимовой. Итак, на 145 миллионов человек, проживающих в России, приходится более 160 национальностей. Как говорил русский историк и философ Георгий Федотов, бесчисленные народы России рвутся к свету культуре. Давайте обсудим главный вопрос российской культуры, какой она должна быть, чтобы и дальше обеспечивать мирное сосуществование, единство и целостность нашей нации. Пожалуйста, у вас две минуты. Добрый вечер, уважаемые избиратели, уважаемые телезрители. Хочу сказать, что наша страна сохранила уникальные очки культуры в таких областях, как архитектура, кино, театр, музыка, литература. Нам есть чем гордиться. В нашем отечестве есть выдающиеся кадры творческой интеллигенции. Это художники, режиссеры, певцы, архитекторы, танцоры. Актеры и многие другие выдающиеся звезды. Надо сказать, что ЛДПР всегда решительно вступает за, за то, чтобы государство сегодня не стояло в стороне и уделяло больше внимания культуре. Мы сегодня должны э, всю свою экономическую мощь страны все-таки направить на то, чтобы сберечь э, и приумножить достижения российской культуры. Надо сказать, что сегодня в нашей многонациональной стране культуре, национальной культуре других народов всегда найдется место. И мы сегодня должны сохранить их этническую культуру. Сегодня в сторону нашей страны звучат различные обвинения, что наш народ ленив, что мы безбожно пьянствуем и в разных других человеческих пороках. На самом деле надо понимать, что Российская культура — это Чехов, Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь и Чайковский. И сегодня э, это все вытесняет суррогатная массовая культура. Мы равняемся на Европу. Так сегодня нам нужно сохранить наше достояние, достояние наших народов 160 национальностей с разной культурой, языками. Сегодня надо сделать так, чтобы в мощной стране был культурный, образованный народ. Голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского. И культура Спасибо будет большое. Вячеслав Куличкин, вам тот же вопрос, какой должна быть российская культура? Здравствуйте, товарищи. Заданная тема на сегодня не просто актуальна, а крайне злободневна. Особенно на нынешнем историческом витке, когда обстановка в стране продолжает резко ухудшаться, а морально психологическая атмосфера становится прямо-таки невыносимо тягостной. Но в России не будет никакой модернизации без справедливости и чувства развитого патриотизма, без освоения людьми своей великой культуры и уважения великой истории. Подчеркну, что без патриотического, культурного, духовного воспитания не может быть подлинного защитника Отечества, не может быть солдата. Некоторые пытаются доказать, что нам не нужна армия. Я считаю, что это абсолютно неверным. На наших просторах осталось 2% населения планеты. Половина запасов черноземов, которые могут кормить доброкачественными продуктами 800 миллионов человек. У нас половина хвойных лесов планеты. Это возобновляя ресурсы. И при умной грамотной работе с ним можно очень эффективно развиваться. Сегодня уже истрачена почти половина запасов нефти и газа. Если и дальше будет продолжать дорожать нефть, то будет второй виток, в котором мы окажемся снова самым слабым звеном, а значит и последствия еще будут ужас... ужасающими. Товарищи, культурная политика была выстроена советской властью буквально с первых дней после Октябрьской революции. У нас на третий день была оглашена обращение к гражданам России о народном просвещении. Неотложность сели новой власти заявлялась, кратчайший срок добиться всеобщей грамотности путем организации сети школ, отвечать требованиям современной педагогики и бесплатного образования. Спасибо большое. Алексей Егоров, какой должна быть российская культура? Ну, у нас многонациональная страна живет, как сказали уже, 160 национальностей. Даже у нас в республике живет 50 национальностей. Но при этом, при этом все мы сохраняем свою культуру, свою самобытность, свой язык, свою духовственную нравственность, свой культурный код. Ведь этому способствует еще и та политика, которая ведет наше государство. Та политика, которая поддерживает и чтит особенность каждой национальности. Ведь сегодня мы все гордимся, что являемся народом Саха. Мы сегодня практически все разговариваем на родном языке. У нас проводятся такие праздники, как Исех, широкомасштабные, игры, манчары. Да? Но при этом, да, несмотря на то, что мы все такие разные, нас объединяет наш общий дом, Россия. Нас объединяет наша история. Ведь мы пережили много чего пережили. Мы пережили Великую Отечественную войну все вместе. И когда мы говорим об единстве, мы говорим не просто слова. Мы говорим о нашем прошлом, о нашем настоящем и о нашем будущем. Когда мы говорим о нашей культуре, то мы... Не, а, вообще, что такое культура? Культура – это ценности человек, человека. Поэтому э, мы должны развивать это, развивать хорошее влияние между нашими э, регионами. Спасибо. Спасибо большое. Михаил Заболотный, чтобы обеспечивать целостность нашей нации, какой все-таки должна быть российская культура? Наверное, ну, ну, вообще нужно пересмотреть все отношение федерального заказа по культуре. У нас есть Министерство культуры, которое, знаете, такой... Экономический заказчик чего-то, чего-то аморфного. Потому что, ну давайте вот просто разберем, да, быстренько, в течение двух минут. Значит, смотрите, наверное, телевизор, да, есть каналы абсолютно безумные, на которых раздеваются, матерятся, нецензурно выражаются. Вообще цензуры нет. Это ведь быть не должно, да, потому что подрастающее поколение понимает, что смотреть такое нельзя. Вернее, в смысле, мы, родители, понимаем, что такое нельзя смотреть, потому что мы росли совсем в других условиях. Я не понимаю, почему нельзя эти каналы перевести в разряд кабельных. Мы не можем закрыть интернет? Можем. То есть мы можем определенные э, убрать сайты, чтобы не показывать вот эту порнографию, чтобы дети этого не видели, убийство, вот это вот, постоянная вот эта вот чушь, вот эта, знаете, грязь по телевизору. А культура это пропаганда. Это пропаганда через средства массовой информации, отчасти. Это пропаганда через кино, через э, спектакли. Посмотрите, даже наши якутские спектакли на сцене раздеваются и на унитазе сидят там с голым задом, прошу прощения. Это нормально? Нет, конечно, это не нормально. Я не говорю о, вообще о в целом о культуре, потому что там вообще мрак, я имею в виду, в больших крупных театрах страны. Давайте возьмем э, просто отношение к друг другу. Это ведь все от пропаганды. Мы смотрим, мы видим. Вот этот государственный заказ на спорт, согласен, хорошая вещь. Но у нас ведь мы не показываем фильмы о любви, мы показываем фильмы о сексе, понимаете? У нас только вот это все одна грязь. Надо убрать это вообще, просто исключить. Тогда, может быть, ну, будет уже отношение по-другому и друг к другу. Вот мы говорим про Гоголя. У Гоголя есть такое выражение «значительное лицо». Это он аморфно выражал, что каждый чиновник это значительное лицо. Потому что, когда приходишь, перед тобой значительное лицо которому хотят ты платишь, я виду налоги, чтобы он на это... Спасибо существовал. большое. Итак, мы переходим ко второму блоку. Надежда Акимова, а также по порядку. В прошлом году из бюджета Российской Федерации на культуру и кинематографию было выделено 94 миллиарда рублей. В этом году сумма не изменилась, будет выделено также 94 миллиарда. Язык, искусство, музыка, кино, театр, литература, что по мнению ваших кандидатов должно являться символом современной российской культуры и на что должно быть обращено приоритетное внимание? Уважаемые избиратели, в своей программе Владимир Вольфович вообще, в принципе, описал, как сегодня должна развиваться российская культура с учетом многонациональной нашей страны. К большому сожалению, сегодня действительно идет пропаганда индивидуализма, жестокости, насилия, секса, наркомании и всех видов отказа от национальных ценностей и ассимиляции, поощрения, то есть этнической ассимиляции. Поэтому это замечательно, что у нас в культуру выделяется столько средств. Но сегодня, понимаете, мы должны развивать все и музеи, и театры, и фильмы и мультфильмы, но только надо ввести жесткий ценз, который был при Советском, возможно, Союзе с учетом нашего менталитета, наших всех культурных ценностей. Сегодня надо поощрять а, те этнические, mm. то этническое население, которое сохранило свою культуру и показывать. У нас есть что показать. Вы посмотрите, насколько у нас многонациональна наша страна. Вот буквально в Иенгри, да, приведу, далеко не будем ходить в Неренгринском районе, в селе сохранили свой язык, свою культуру. Почему нельзя показывать о том, как они живут, о том, как сегодня, несмотря на современные технологии, они развиваются, но при этом сохраняют свою индивидуальность? Почему мы сегодня не можем вернуться к старым добрым советским мультфильмам? Вы посмотрите, сегодня просто невозможно смотреть э, эти мультфильмы. Господи, один котопес. У меня просто вопросов, что режиссер курит, <соединяющий> сценарист. Поэтому э, Владимир Вольфович и партия ЛДПР на протяжении 30 лет всегда вела политику борьбы за то, чтобы сохранить культуру. Голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского. Пусть он въедет в Кремль, и мы будем настоящей культурной страной. Спасибо да. большое. Вячеслав Куличкин, что, по мнению вашего кандидата, должно стать символом современной российской культуры? Уважаемые товарищи, в своем становлении советская власть, культурно-организаторские и представительской работе государства становились одной из важнейших задач. Такой была она закреплена из Конституции Российской Федерации 18 года. Тогда же, тогда же впервые в мировой конституционной практике государству менялась обязанность обеспечить трудящихся действительный доступ к знаниям, предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное всестороннее и бесплатное образование. Интервенция цивилизованных стран и развязанная гражданская война в 18-20-х годах затормозили этот процесс, но остановить его было невозможно. Короткая мирная передышка успела показать трудящимся первые великие плоды просвещения – пробудить в них небывалую тягу к знаниям и культуре. Поколение рожденной революции вступило в сороковые грамотным, духовно-политически зрелым. И именно это поколение годы Великой Отечественной войны защищало не только Родину России, но и свою советскую власть. А что мы имеем нынче? За последние годы в России уничтожено общедоступные библиотек, особенно сельских, больше, чем годы оккупации во время войны. Но тогда сразу, сразу же после войны было принято постановление правительства о восстановлении библиотек. И Сталин лично, лично взял под свой контроль это постановление. И уже к 1950 году библиотеки были восстановлены в прежнем количестве. Также были из музеями. Как показывает статистика, более 300% современного населения России отчуждены от культурных ценностей, не могут пользоваться книгами не бывает театра и так далее. По существующим нормативам музеев в должно быть больше 80%, парков культуры 70%, театров 60%, библиотек 20%. Спасибо большое. Алексей Егоров, все-таки что должно стать символом современной российской культуры? Вы знаете, вот я стою, слушаю, я немножко не соглашусь с Микаэлем, потому что уровень нашей культуры на самом деле не так низка. И на самом деле давайте не забывать то, что российская театральная школа, она является родоначальником всего этого, по системе Станиславского, учится и в Голливуде, во всем мире. Вы, наверное, больше говорите про шоу-бизнес, да, конечно, мы пережили 90-е, и мы там немало увидели, там много чего поменялось. Там артисты были брошены за борт, да, и им надо было как-то выживать. И основная цель... Там было заработать деньги. А культуру, у культуры основная цель ⁇ это не заработать деньги, это вообще не коммерческое учреждение. Основная цель культурных учреждений, культурных направлений ⁇ это сохранить наши ценности, сохранить наш язык, нашу культуру. А вот что касается вопроса, куда дать определенный приоритет, какому направлению, да, я считаю, что неправильно будет выделить какое-то особенное направление. Нужно, естественно, мы должны как-то равномерно все направлять, равномерно все распределять. Но если мы говорим о поддержке государства в области культуры, то э, наше государство поддерживает нашу культуру. 2014 год был объявлен годом культуры. 2015 год был объявлен годом литературы. 2016 год был объявлен годом кино. И вот как раз-таки вот кино я хочу немного остановиться. Потому что это именно то направление, которое у нас хромало. Но сегодня... Сегодня же мы видим, что российское кино сделало мощнейший рывок вперед. Мы видим, что россияне научились снимать кино. Кино, которое окупает само себя. Движение вверх. Легенда 17. Экипаж там и так далее и так далее. Если даже говорить про наше региональное кино, то оно вообще является феноменом в России. Поэтому, друзья, я считаю, что... Наша культура на достаточно высоком уровне благодаря. Спасибо большое. Спасибо. Да, нашей... спасибо большое. Михаил Заболотный, все-таки, что должно стать символом современной российской культуры? Ну, естественно, театр это одно из. Во-первых, должен быть человек, да, в нем должно быть все прекрасно, как у Чехова, помните. И лицо, и одежда, и, и, и ум. Э вопрос в другом. При Советском Союзе был единственный режиссер, это понятно, Сталин. Тут, как бы, я, знаете, я немного про другое. У нас мы в целом проигрываем, мы проигрываем в целом. Вот смотрите, ну да, у нас запрещены гей-парады, да? Мы не пускаем этих садомитов, да, там вот это ЛГБТ и прочие вот эти. Но ведь они есть, они существуют, мы не пускаем их, мы не даем им пропагандировать. Но я вам могу сказать, это очень серьезное лобби, они присутствуют, в общем-то, везде, на всех уровнях власти. Это неправильно, потому что это люди с другим сознанием. Вот я откровенно перед вами выступая говорю. Лучшие театры, никто не спорит. Но знаете, когда в театре Гоголя в спектакле показывают унитаз, его нет в сценарии, ну это бред. Я не знаю, зачем это нужно делать. Зачем нужно опускать вот эти, показывать эти низменные вещи, чтобы, ну то есть мы и так их видим, да, каждый в своей бытовой жизни. У нас очень непростая жизнь. И потом, когда ты думаешь, Тебе нечего поесть или где бы найти деньги, да, чтобы купить, а в магазин сейчас минимум 1000 рублей это пакет, который вы покупаете, чтобы, ну, по дороге домой продуктов. Ну, в общем, о культуре, как бы, не до культуры, да, согласитесь, когда кушать хочется всегда. Поэтому вот эти вещи, как-то должно быть, должна быть программа, не такая вот просто, мы объявили год, да мы объявили год экологии. И чего? Чего? И посмотрите, пожалуйста, выйдите на улицу. Поэтому я ни на кого не нападаю. Я вот вижу, что партии немножко перетягивают на себя. Я тут, видите, даже не упоминаю партию сегодня. Это знаете, как когда Адам перед Богом, мы ну, будем говорить, опрадовался, он сказал, это не я, это Ева. А Ева говорит, это не я, это змеи. А змеи бы на кого-нибудь четвертого свалил. Ну, так как всего трое было в Бедовском саду. Спасибо большое. Итак, переходим к третьему блоку. Надежда. Культура Якутии богата и самобытна. В каких сферах необходимо усилить ее продвижение на российский и мировой уровень? Пожалуйста, у вас одна минута. Вообще, в целом, я могу сказать, что у нас не просто богата культура, у нас очень яркие и выдающиеся личности. Мы действительно сделали большой прорыв в кинематографии, и это действительно феноним. Но вы знаете, я все-таки остановлюсь не на... Конкретно нашей культуре, а вообще в целом, вы знаете, культура не может в принципе существовать без научно-просветительской -про... научно образовательной деятельности, да. И для того, чтобы сегодня в стране были культурные, значит, так сказать, культурно неразложенные нравственные люди, мы сегодня должны начать с образования. Я к чему это веду? Я веду к тому, что культура не может развиваться без других направлений. И именно сегодня в программе Жириновского есть все направления, в которые должна развиваться Россия, в том числе и в культуре. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича и тогда... Спасибо и большое. Вячеслав Куличкин, уровне. как все-таки продвинуть культуру Якутии на новый уровень? Придем власти и будем продвигать культуру. Но несмотря на это, товарищ, хочу заметить, что нынешняя выборная кампания превращается в плохое кино. Вы видите, как у ОРТ, Центральное телевидения идут дебаты. Когда нас, наши, нашего кандидата Гурдиня Павлова Николаевича везде оплевывают везде, это само ругают везде, самые в этих средствах массовой информации везде его показывают, его там счета и так далее. Это все клевета, это все обман, это все профанасти. Поэтому мы призываем наших избирателей, тех людей, которые поддерживают Павла Николаевича Грудинина, не поддаваться на эти провокации. Осталось две недели. Надо выдержать, выстоять. И прийти в избирательный участок и проголосовать за Павла Николаевича Грудинина, за развитие, за социализм, за будущее Якутии и Российской Мы знаем, что дело наше правое и мы победим. Всех призываю прийти в избирательный участок еще раз проголосовать за Павла Николаевича Грудинина. Спасибо большое. Алексей Егоров, культура Якутии, как ее продвинуть на российский и мировой уровень? На российский и мировой уровень. Ну, культура вообще неотъемлемая часть нашей республики, всех якутов, мы это знаем. Мы вообще любим э, петь, мы вообще любим культуру, у нас национальная культура развита. Но, знаете, вот насчет того, чтобы продвигать за пределами нашей республики, наверное, я... Как-то выделю, наверное, три направления, в котором мы можем преуспеть за пределами нашей республики. У нас все достаточно развито. У нас все есть. Наверное, вы согласитесь. У нас в городе 8 драматических театров. У нас есть свой цирк, своя филармония. Но тем не менее, я считаю, что большое будущее имеет наше эстрадное искусство. Помимо этого, большое будущее имеет театр Олонхо, потому что он очень самобытный. Он в будущем может стать вообще туристическим каким-то центром в нашей республике, да? как театр Но, как театр Кабуки. Во-вторых, молодежному направлении, я считаю, надо уделить огромное внимание продвижению КВН. И в-третьих, это продвижение кино. Друзья, Голосуйте за Владимира Владимировича Путин. Спасибо большое. Михаил Заболотный, и ваше мнение, как продвинуть культуру Якутии на российский мировой уровень? Мне кажется, Якутию... Якутию. Культуру Якутии продвигать не нужно, она продвинет себя сама. Ну, во-первых, феномен якутского кино, я согласен. Я разговаривал с Никитой Михалковым, он вот так вот показывал пальцем и класс кричал. Потому что это действительно... То есть в этом смысле, да. Но тут хочу поправить, Алексея, у нас 8 театров, но не все драматические, правда. Вопрос, знаете в чем? Вот мы говорим про самобытность народа Саха. Я не Саха, но я Якут, я родился вот здесь недалеко, одна остановка озера Сайсары. Мне все это нравится, но мне только не нравится, когда мы тратим огромные средства на это. Понимаете, когда мы могли бы строить детские сады и школы, про которые постоянно говорим. Вот в каждом выступлении мы говорим про детские сады и школы. Ну давайте уже строить их, наверное, да? А, кстати говоря, как раз культура – это то, что начинается с низов. То есть в детском саду, в школе. И я думаю, тогда вот эти, по крайней мере, следующие поколения, вот они будут более культурные, по крайней мере, чем мы. Спасибо большое. На этом... Наши совместные агитационные мероприятия доверенных лиц кандидатов в президенты России подошли к концу. Всего доброго и до встречи.